Легким движением кузова машина выгружает землю, которую вскоре распределят по маленьким самодельным клумбам. Это подарок жителям от управляющей компании ЖКС за неравнодушие к собственному двору. У нас есть такой костяк здесь, такой вот жителей, которые, значит, активны, помогают, выходят, конечно, мы убираемся. Мы даже на одном-двух субботниках, когда убирались, сфотографировали, как мы работали, ну и фотографии друг другу раздали на память. Тех, кто поддерживает чистоту и порядок в своих дворах, компания ЖКС отмечает регулярно. На этот раз специалисты выбрали адреса, где проживают самые активные люди. Жители многоэтажки на Запорожской не ждут, когда все сделают за них, а сами готовы приложить руку к благоустройству двора. Чем лучше соседи договариваются между собой, чем больше они принимают активное участие в посадке цветов, в принятии решений там, по текущему ремонту, в принятии решений по капитальному ремонту. Если они сообща решают, тем лучше взаимопонимание с управляющей компанией, тем лучше принимаются решения, чем лучше становится во дворе. На встрече с руководством ЖКС жители смогли задать также все интересующие вопросы, которые касаются содержания дома и двора. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».